Добрый день. Сегодня мы продолжим ролик о том, как ухаживать за морскими свинками и что требуется для этого. Итак, ваши морские свинки нуждаются в уходе. Также морские свинки нуждаются в расчесывании. Шерсть у морских свинок достаточно густая, поэтому нужно использовать расчески, которые имеют вот такие капельки, которые на них, зубчики, которые на них нанесены капельки, чтобы не травмировать нежную кожу у морских свинок. Также еще я хочу рассказать, что у них достаточно большие ногти, и тоже мы должны их постоянно стричь специализированными ножницами, чтобы предотвратить излишний рост ногтей. Морских свинок можно купать. Для этого существуют специальные шампуни, которые предназначены именно для морских свинок. Ну, можно за отсутствием использовать шампунь для котят. Но, тем не менее, лучше использовать специализированные шампуни. Также морские свинки могут поражаться блохами и другими кровососущими паразитами. Для этой же цели существует несколько видов препаратов, которые помогают в борьбе с паразитами. В частности, можно использовать вот такую пудру. Она достаточно безопасна, наносится просто на животное сверху, и животное менее страдает. Можно использовать вот такие спреи, они тоже предназначены для борьбы, и шампуни от блох и волосоедов, которые тоже позволяют бороться с кровососущими. Также можно использовать спрей, он тоже содержит в себе вещества, которые помогают избавиться от паразитов. Также другие паразиты могут поражать морских свинок, это в частности глисты. Существуют специальные препараты, которые помогают, в частности, дирофен-паста. Вот я хочу про нее рассказать. Удивительные свойства этой пасты заключаются в том, что она содержит масло тыквы, которое не раздражает желудок животного и является таким щадящим антипаразитарным средством. Можно использовать такой шустрик. Он тоже достаточно хорошо борется с паразитами у животного.